Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today is what did the Germans say about the British, American, and the Soviet soldiers? And credit to the owner also with the video to Memory of History. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos, Germans or British or whatever it is video that you can suggest, drop it in the comment section below to read and respond you all and make your video request. So let's get to it guys, enjoy with this. Что немцы говорили о британских, американских и советских солдатах? Начнем с британцев. Немцы дали британским солдатам прозвище «Львы во главе с ослами». Британских военных немцы считали профессиональными, дисциплинированными и с хорошей военной подготовкой. Их считали храбрыми и упорными. Но по сравнению с немцами, британцы были безинициативны. Их тактическое понимание было на нуле. Они не умели приспосабливаться к обстоятельствам. Прямолинейные атаки британцев всегда удивляли немцев своим простодушием. Танковые подразделения Великобритании выстраивались в линию и атаковали в лоб немецкую противотанковую оборону. Никакой поддержки пехоты. Немцы удивлялись такой бесхитростной тактике, особенно от людей, которые изобрели танк. Что точно отмечали немцы в плюс, так это британскую артиллерию. Она разворачивалась в 3-5 раз быстрее американской, и все союзники на Западе полагались на поддержку именно британской артиллерии. Кстати, у нас есть второй канал, посвященный истории Средневековья. Если вам интересна данная тематика, то скорее на него подписывайтесь. В самое ближайшее время там будут появляться новые познавательные видео. Ссылка на наш второй канал в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Всех подписчиков этого канала ждем там. А теперь мнение о американцах. Американцы рассматривались как посредственные солдаты, которые добивались чего-либо только благодаря неограниченному количеству ресурсов. Слишком много у них было техники и боеприпасов. Немецкие офицеры, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях на Западном фронте, говорили откровенно: «У нас не было никакого уважения к американским солдатам». Американцы вели боевые действия агрессивно, но были тактически неуклюжими. Тактика примитивная. Просто бросали вперед войска, заваливая противника избыточным огнем. Немцы очень любили делать засады против американцев. Это было идеально против их агрессивной прямолинейной тактики. Классически подбивали 3 или 4 танка из засады, чтобы притормозить колонну. А после устраивали артиллерийский обстрел. Так немцам удавалось побеждать американцев даже в заметном меньшинстве. Единственное американское оружие, которое немцы высоко ценили и боялись – артиллерия. Правда, она уступала британской в оперативности и точности. Зато у нее было неограниченное количество ресурсов. Без этой огневой поддержки американская пехота не смогла бы ничего противопоставить немцам. Полковник армии США Дэвид Хекворт рассказывал забавный эпизод. В 1946 году он, еще совсем молодой солдат, охранял лагерь военнопленных и пошутил в разговоре с немецким офицером. «Если вы, немцы, такие крутые, то почему оказались здесь, в плену? Почему не ты, а я тебя охраняю?» В ответ немец спокойно рассказал свою историю. «Я был на холме командиром батареи с 6 88-миллиметровыми противотанковыми пушками. Американцы посылали на нас танки по этой дороге. Мы их выбивали сотнями. Наконец, у нас кончились боеприпасы, а у американцев не кончились танки». Ну и наконец, мнение немцев о советских солдатах. С советскими солдатами у немцев были особые отношения. Их изначально настраивали крайне негативно. Тогда в Германии была популярная такая шутка. Первыми коммунистами были Адам и Ева. У них не было одежды, они должны были красть яблоки, чтобы поесть. Они не могли убежать из места, где они жили, и все еще думали, что они в раю. Конец цитаты. Советский Союз изображался как еврейская марионетка, которая стремилась уничтожить Европу и погрузить европейскую культуру в море азиатского варварства.
Про разруху и нищету немецкие солдаты полностью подтвердили на опыте, что и внушали пропагандисты. Цитата. «Примитивность здесь превосходит все границы. Просто грязь и разложение. Это советский рай?» Конец цитаты. Так писал один из простых немцев в своих фронтовых записках. Но это мысли скорее о политическом строе. А что думали немцы про советских солдат? Здесь было двоякое впечатление. Советские солдаты считались крайне неуклюжими. Тактика заключалась в крайне неэффективной трате ресурсов, массовом нападении пехоты и танков. Не было видно никакой логичной координации. Причины установили лишь потом. У русских была острая нехватка радиостанций и проблемы в кадрах. Во время репрессий пострадало много опытных офицеров. Но немцев шокировала русская отчаянность. В самых безнадежных ситуациях с огромными потерями русские всегда находили смелость продолжать наступать. Немцы удивлялись скорости и мастерству, с которым советские солдаты строили сложные оборонительные сооружения и подземные туннели. Еще их удивляло и пугало, насколько неожиданно русские могут атаковать, особенно ночью. Никто во время Второй мировой не был настолько эффективен в ночных сражениях, как советские войска. Физическая и духовная стойкость советских войск, их способность выживать в самых тяжелых условиях, их умение не сдаваться, несмотря на потери, это вызывало искреннее изумление у немцев. Неестественная способность русских переносить суровые условия привели к тому, что их воспринимали как что-то дьявольское. А вот советская артиллерия немцев особо не пугала. Главным образом потому, что у русских не хватало боеприпасов. Да и с радиостанциями была проблема. А значит, никакой координации огня, как у американцев или британцев. К тому же, радиосообщение русских было проще всего перехватывать. Любимая немецкая тактика против советской артиллерии сводилась к следующему. С помощью радиоперехвата немцы узнавали, куда и во сколько будет направлен огонь. С этих мест отступали прямо незадолго до начала, чтобы дать русским провести артиллерийский обстрел и потратить боеприпасы. Потом немцы контратаковали и брали врасплох. Интересна разница в тактике против союзных войск на Западном фронте и Советского Союза. Против европейцев при неожиданном столкновении, например, два патруля, быстро захватить инициативу и заставить сдаться. У немцев это срабатывало почти в 100% случаев. Единственное, с кем эта тактика не работала, так это с советскими солдатами. Они отвечали сопротивлением, даже когда шансы на успех были минимальны. Wow. This video is so interesting, yet so funny, but I really have much love and respect to the Russians. See how the Germans said about the Russians, they are really incredible, no matter that their lack of ammunition, but still their mind are thinking of what, how the way, how the things or the attack will be go through, and they are very smart. Russians are very smart and brilliant in doing such things. Oh my goodness, interesting yet so funny, but I enjoyed it so much watching with this one, because they're telling of how was the Russian, how brilliant they were, how genius they were in like in going to the war. They are trying to find such things or ways and means to do that they can win a war. Wow, fantastic. The kudos to the Germans giving such good information about the Russian. Interesting. Wow, I love it. I enjoyed it so much. I hope guys, you enjoyed watching with this one too, because I enjoyed it so much. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put it in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and subscribe also with my channel. This is Junis Blogger that reacts. Thanks, Campbell, positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Prevet, and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.